Мне все нравится. Я вспоминаю момент, когда впервые тебя увидела. Из-за тебя я расплачусь. За кухонным столом. Она была в маленьком креслице. И мы говорили, какая она страшненькая. Она была самым страшненьким младенцем в мире. Простите, но так и было. А сегодня она такая красивая. Когда я сказала это Эми, она ответила, невзрачные дети вырастают красивыми людьми. I love it.